Увлечение ботаникой привело 30-летнего жителя Витебска в милицию. Неудивительно, ведь занимался агроном-любитель выращиванием конопли. Об увлечении мужчины стало известно и стражам порядка. Фигуранта задержали в Витебске вблизи одного из крупных торговых центров города. Информация о хобби задержанного подтвердилась. Одну из комнат своей квартиры он оборудовал под лабораторию по культивированию запрещенной травы. И, надо сказать, к делу подошел серьезно. Чтобы получить хороший урожай, мужчина оснастил помещение всем необходимым оборудованием. В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили кусты конопли, весы, лампы, таймер, блок питания, а также приспособление для употребления дурмана. А из специально оборудованного тайника изъяли около 7 граммов готовой к употреблению высушенной марихуаны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Проверяется его причастность к распространению наркотика на территории города.